берем ленту. Отрезаем. Отрезаем. Берем еще одну ленту поуже. Отрезаем такого же размера. У нас две ленточки получилось. Мы положили. Так, сейчас мы определим, где серединка. Теперь мы можно так по отдельности сделать. Приклеили. Приклеили. Берем. Приклеили. Оборачиваем. Намазываем. И приклеиваем. Берем тоненькую ленточку. Это промажем и вот здесь ставим местечко. Так, вот в этом месте мы не промазываем, потому что нам нужно будет просовывать вот зажим какой-нибудь. Приклеили. С этой стороны. Приклеили. Вот что у нас с обратной стороны. И вот лицевая сторона. Берем камешек. Допустим, можем приклеить камешек. Но мы возьмем сейчас, сделаем. Так, возьмем основу. Сделаем такую вот. И к этой основе приклеим. Приклеим мы вот эти полоски. Так, складываем. Приклеили.
Капельку клея. Еще одну приклеиваем к основе. Ставим повыше, чтобы он был. Так, теперь мы приклеиваем камешек. Берем камешек и приклеиваем. Так, камешек приклеился. Все, вот он держится. Теперь мы то, что мы заготовили, приклеиваем вот сюда. Для этого мы клей у нас получилась такая вот заколочка, бантик. Спасибо за внимание.